Всем привет-привет! И в этом видео я вам расскажу о еще одном письме. Письме с обменом АТС. Пришло мне письмо от Валерии из города Абакан. Вот в таком замечательном конвертике с великолепными ягодками рябинки, такими заснеженными. Очень люблю я вот такие вот картинки и саму рябинку, когда она с шапочками из снега. Великолепно просто. Так. Здесь что у нас было? Были вот такие вот потрясающие наклейки. Они еще блестят. Вот здесь не сильно видно, но на солнышке они очень сильно блестят. Сейчас попробую. Вот. Вот видно, как они блестят. Рыбки. У меня уже появилась идея по поводу АТС с этими рыбками. Ну и сынуля, конечно, тоже у меня положил глаз на эти наклейки. Какие-то достанутся ему. Большое-большое спасибо за такие чудесные наклеечки. Дальше была вот такая вот вырезка. Тоже можно на альбом или на паспорт, или на альбом с фотографиями. Дальше вот такие вот потрясающие ленточки. Они не широкие. Удобно с ними работать. Ну и, конечно же, скрепочка тоже пригодится. Большое-большое спасибо. Дальше вот такой тежик. Опять же, он переливается. Замечательный тежик. Тоже можно в обложке на паспорте. Почему-то мне его захотелось использовать. Дальше вот такая вот карточка. Story of my life. Тоже можно на какой-нибудь альбомчик. Вот такие вот бабочки, на которые сын положил тоже глаз. От Scrapberries. И вот такая вот заготовочка. Она тисненная. Мне почему-то захотелось попробовать сделать открытку с ней. Но не знаю, посмотрю еще, что получится. Вот такая вот. Вот замечательная. Большое спасибо. И самое главное, это АТС-очки. Валерия прислала мне две АТС-очки. Это вот такая. Это ключ от детства. Она тяжеленькая. Здесь вот такая замечательная девочка на лугу цветочки собирает. И ключик. И вот. Ключ от детства. Третья из пяти. Вот такая. И вот такая вот суперская просто АТС-ка. Эта серия у нас чайная карта. Здесь вот такая вот бабочка золотая. Чашечка чая зеленого. И что самое интересное, здесь пакетик с чаем. Я уже придумала, что я его так аккуратненько отрежу где-нибудь с одной стороны. И буду наслаждаться чайком. И здесь вот написано про этот чай, что он содержит пряную мяту, лимонную мелиссу. Я уже в предвкушении, что будет очень-очень вкусный чай. Большое-большое спасибо за АТС-очки, за подарочки. Спасибо за обмен. Надеюсь, это не последний наш обмен. И всем спасибо за внимание. И пока-пока.